Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатару вашча кипасинду бевачо, патитанам павуне бхавишна вибхьо намо намаха, мукам кароти вачалам пангунглам хетигрим, ят кипатам ханганде парамандамадвам, бриндави тусиде буй пиави кесвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхабагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Аравиндам Ятпада Паллава Накачандама Ничатая Бишфуриджи, так мы пигабовадушва дарши, Пурнанурагро сасагро сарамурти, Сарадикамай када кипам крос, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Шиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужо канака бодато Шанкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбаро дижабаро югадхарма пало Банде жагат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджусва бадане лакшмир жасча ча бхакшаси жасьясте хидае самбид пам нишингамахам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рам Рам Хари Хари Гаурангайка Гатир Баяситамати Си Гаура Дхамо Стити Сасатсвайка Витир Кушанга Вирати
Дусто бета нискити, сиру пайкарати санатананати, сиживате жостати, сисиддханта сарасвати виджаяте, Гаурия гости пати, сисиддханта сарасвати виджаяте, Гаурия гости пати. Гаурия гости пати. Сисило. Гаудия Госхипати, Шушила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру сказал. В этом мире недостаток Харикатхи. Сисило Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру told. Шрила Прабхупада говорил, что в настоящий момент существует недостаток Харикатхи. Почему он говорил так? Почему в этом мире не хватает настоящей Харикатхи? Прабхупад объяснял, потому что мы хотим оскорбляем Гуру Вайшнав, мы хотим не хотим слушать их, мы разводим политику в отношении их. Именно поэтому вайшнавы молчат, они хранят молчание. Именно поэтому в мире не хватает Харикатхи. В противном случае он был бы наводнен Харикатхой. Как помните, во время читания Махапрабху описывается повсюду господствовала према. Все было наводнено премой. Когда Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, его приход крайне редок. Как говорит Прабхупад, во всей человеческой истории, истории человечества, люди не могли даже мечтать о такой милости. И даже присниться подобное не могло, что такое возможно, что в материальный мир может снизойти такой поток премы. Когда према наводняет весь мир, Кришна према. А я лишен этой премы. Но почему? Какова причина этому? Весь мир наводнен премой, Кришна премой. И только я лишен ее. Почему? Према не достигает меня. Почему? Все дело в том, что я лицемер. Я совершил так много оскорблений, столько апарадх. Именно поэтому према не способна достигнуть меня. Прабхупад много раз говорил, что если какой-то могущественный саду, который следует всему, которого можно сравнить с огнем. Так вот, если такой могущественный саду будет рассказывать Харикатху, а слушать его будет человек, который насовершал много оскорблений, Харикатха такого выдающегося саду не сможет достичь этого человека. В шастрах сказано, что сколько бы харинама я не повторял,
Если я оскорбитель, Святое Имя не достигнет моего сердца, не прикоснется к нему. В Читанчаритамрите ясно объясняется причина. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет. Почему такое происходит? Почему Харинам Прабху не плавит мое сердце? Лишь потому, что я совершаю оскорбления. Большие апарадхи. Весь мир наводнен премой. Но я настолько неудачлив, что она не может достигнуть моего сердца, не может прикоснуться к нему. Все из-за того, что я совершил так много апарадх лотосным стопам гуру, вайшнавов, харинаму, дхаме. Я совершил так много оскорблений. Именно поэтому я лишен этой милости, которую так легко обрести. Прабхупад говорил, что много храмов. Почитайте, сколько сейчас в мире храмов. И посмотрите, я прошу вас, обратите внимание на то, что происходит в этих храмах. Я сейчас не собираюсь никого оскорблять. Я сижу здесь для того, чтобы прославлять мою Гуру Варгу. Я рассказываю Харикатху не для того, чтобы завоевывать славу, положение в обществе, деньги. Нет, моя харикатха — это лучшее служение, которое я могу осуществлять моему Гуру Пада Падме. Я хочу воспользоваться возможностью служить ему, потому что собака защищает интересы своего хозяина. Об этом пишет Бхактивинод Такур в своем киртане. Тумито Такур, ты мой господин, а я твоя собака, и я обязан защищать тебя, защищать твои интересы. Если какой-то незнакомец хочет причинить тебе зло, я не должен впустить его на порог твоего дома. Если я осознаю себя как собаку своей Гуру Варги, естественно, я понимаю, что мои обязанности — лаять, защищая мою Гуру Варгу. У меня нет никакого желания кого-то критиковать. У меня нет времени на это. И у меня полностью нет... Я полностью отключен от этого материального мира, и у меня нет никакой связи с этим миром, ни с кем из этого мира. Я хочу поддерживать связь лишь с моей Гуру Варгой. Поэтому у меня нет интересов критиковать. Чайтанья Матх не состоит из цемента и кирпичей. Это не какое-то здание. Чайтанья Матх — это идеал Прабхупада. Идеал Гауранги Махапрабху, Бхактивинода Такура. Это высший образец преданности. Если вы захотите доказать мне, что вы живете в Чайтанья Матхе, что вы находитесь там, я, основываясь на шастрах, легко докажу, что вы не там. Это неправда. Возможно, ваше материальное тело действительно находится там, но оно материально. Это материя. Быть в Чайтанья Матхе означает следовать идеалам Чайтаньи Махапрабху. Быть с Прабхупадой означает следовать его идеалам, следовать его учению. В противном случае я не имею никакого права заявлять, что я ученик Прабхупады или говорить, что он мой парамгурудев. Итак, Чайтанья Матх — это высший стандарт, идеал учения Гауранги Махапрабху.
если мы сможем поддерживать этот идеал в своей жизни, мы сможем проповедовать, мы имеем право проповедовать. В таком случае мы можем посвятить свою жизнь Санкиртана-яге, которая была установлена читанием Махапрабху в Шривасангане. Если наша жизнь посвящена этому, но при этом мы не готовы полностью пожертвовать своей жизнью, если мы пытаемся проповедовать, но не готовы отдать свою жизнь Санкиртана-яге, мы не имеем права называть себя гаудия-преданными, членами гаудия-мадха. Люди могут желать убить меня, могут подвергать меня нападкам, они могут не любить меня. И если при этом я буду уклоняться от того, чтобы говорить правду, потому что им не нравится это, я буду потакать их желанием. В таком случае я не саду. То есть саду не ведет себя так подобным образом. Если вы готовы закрыть глаза на абсолютную истину, если вы уклоняетесь от абсолютной истины ради того, чтобы угодить слушателям, это не поведение саду. Вы не можете называться саду. Прабхупад говорил, что полностью противоположные вещи — угодить публике и говорить абсолютную истину. Человек не сможет говорить абсолютную истину до тех пор, пока он, его жизнь не будет полностью посвящена Санкиртане, посвящена служению читанию Махапрабху. Если мы не предались на 100% нашему Гуру Деву, говорит Прабхупад, если мы на 100% не предались Гуру Деву, мы никогда не сможем говорить абсолютную истину. Возможно, вы попытаетесь это делать, но вы остановитесь, потому что испугаетесь. Майя-деви остановит вас. Именно поэтому Прабхупад много раз говорил, что до тех пор, пока мы полностью не предадимся лотосным стопам читания Махапрабху, у нас нет права говорить, то есть мы не сможем говорить абсолютную истину. Если я сам не утвердился в следовании читания Махапрабху и не стою на платформе абсолютной истины, конечно же, я не смогу говорить о ней. А если я буду силой пытаться делать это будет не что иное, как обман, лицемерие. Если я буду цитировать Прабхупада, но при этом не следовать тому, что я говорю, тому, что я повторяю, чтобы доказать всем, что я якобы последователь Прабхупады, мы никто иные, как обманщики. Тем самым мы обманываем публику. Или, к примеру, если я говорю полуправду. Допустим, я рассказываю, что делал, то есть о деяниях Прабхупады, Гуранге Махапрабху, но при этом что-то не договариваю. В таком случае это еще более опасно, чем говорить полную ложь. Если я представляю мою Гуру Варгу, но при этом не договариваю, говорю какую-то половину правды, половину истины, я виновен. Я повинен в оскорблении. Поскольку у нас нет права менять даже запятую в том, что говорили они. Когда мы представляем Прабхупаду, мы обязаны говорить слово в слово то, что говорил он. Нет права менять, чтобы это ни было. Так вот, если мы оглянемся вокруг, по всему миру тысячи храмов, но я прошу вас, обратите внимание на то, что происходит внутри этих храмов. Не нужно никому ничего говорить, не нужно ни с кем спорить и ругаться. Просто посмотрите, что происходит внутри этих храмов. Прабхупад говорил,
что люди... могут строить храмы, открывать храмы, если у них есть деньги. Но, как говорил Прабхупад, одних лишь денег недостаточно, чтобы построить храм. Ведь храм означает высший стандарт, идеал. Хорошо, у вас есть деньги, вы можете открывать храмы, но какова ваша цель? Гаудия Матх невозможно открыть при помощи денег, при помощи людей, последователей. Но если вы все-таки сделаете это, как вы найдете в себе возможность, как вы сможете следовать идеалу учения Махапрабху и Прабхупады, идеалам Гаудия Матха? Прабхупад говорил, что те, кто хотят Так вот, если вы утверждаете, что вы живете в храме, это ваше убеждение можно легко опровергнуть, потому что не следуя нашей Гуру Варге, не следуя учению Чайтаньи Махапрабху, не воспевая киртан в совершенстве, не слушая Харикатху по-настоящему, мы не можем утверждать, что мы находимся в Гаудия Матхе, что мы живем там. Если вы называете себя Мадхаваси, вы должны доказать, что вы настоящий последователь Гуру Варги, что вы по-настоящему слушаете и рассказываете Харикатху. Но лицемеры, те, у кого в сердце лицемерие, не могут находиться в Натха-мандире. Те, кто пытаются доказать всем, показать всем, что я ученик Прабхупады, что я настоящий Мадхаваси, я тот, кто живет в Мадхе, но при этом у такого человека есть лицемерие в сердце. Он не сможет жить в храме. Зал, в котором проводится санкиртана, зовется Авидья-натха-мандир. Авидья означает невежество. Таким образом, если вы слушаете Харикатху в этом зале, в этом храме, авидья, невежество, уходит из вашего сердца. Поэтому Натха-мандир и называется Авидья-харан-натха-мандир. То есть это указывает на то, что тот, кто находится там, тот, кто слушает Харикатху в храме, избавляется от невежества. Но лицемеры долго там не могут находиться. Те, кто притворяются преданными, они рано или поздно покидают стены храма. Однажды Парамахамса Ачарья Вария Шрила Гаура Кишор
Дас Бабаджи Махарадж сказал Вимала Прасада Сарасвати. Мой Прабху, мой Господин, никто не собирается слушать абсолютную истину, которую ты говоришь. Кругом лицемеры. Если ты весь мир обойдешь, дай Бог одного, ты найдешь искреннего, может быть, а может ты нет. Чистые преданные в настоящее время скрывают себя, они не показывают себя окружающим, потому что здесь сейчас не подобающая атмосфера для чистого преданного. Кругом лицемерие, кругом обман. Если следовать по-настоящему Упадешамрите, Бхактирасамрита Синду, вы обезумите. Почитайте комментарии Бхактивинода Такура к Упадешамрите. Я прошу вас, почитайте Бхактирасамрита Синду комментарии. И посмотрите, сравните с тем, что написано там, то, что написано там, с нынешней ситуацией. Получается так, что те, кто возглавляет нынешнее общество Гаудия Вайшнавов, совершенно не заинтересованы в том, что написано в Манах Шикше, в Бхагавадгите. Они считают ее чем-то первоначальным в Бхактирасамрита Синду. Они думают, что Гита, Бхагавадгита, что-то, какое-то учение для новичков. Тем не менее, они не осознают, что Гита — это фундамент чистого преданного служения. Если спросишь кого-то из них о Гите, они не смогут процитировать, не смогут ответить на вопрос, но им интересно Видакта Мадава, Лалита Мадава и подобные возвышенные писания. Но когда не знаешь основополагающего учения, знания, если нет фундамента, и ты строишь на такой почве большое здание, оно рано или поздно рухнет. Итак, ни деньгами, ни при помощи человеческой силы мы не можем строить храмы, создавать, открывать храмы. По наставлению всей нашей Гуру Варги, начиная от Джаганнадас Бабаджи Махараджа, вся Гуру Варга явилась к Вимала Прасаду. «Иди и проповедуй», — сказали они. Когда он воспевал святые имена в том месте, где сейчас Чайтанья Матх, он получил явление, к нему пришла вся Гуру Варга и приказала ему проповедовать. Но Прабхупад сказал, что у меня нет ни денег, ни людей. А они сказали, что мы устроим все, у тебя будет все. Только начинай проповедь. И Прабхупад сделал это. Прежде он только повторял харинам, иногда рассказывал харикатху, но теперь по наставлению Гуру Варги, по наставлению Гауранги Махапрабху, которому он, конечно же, не мог пренебречь, он начал проповедь. Я знаю совсем немного людей, которые могут понять возвышенную харикатху. Но я с полным энтузиазмом рассказываю харикатху для того, чтобы снискать милость моей Гуру Варги. Мне не нужны ни ваши пожертвования пранами, ни гирлянды, ничего мне не нужно. Все, что я хочу, это милость моей Гуру Варги. Именно поэтому я очень и очень хочу рассказывать харикатху. Я горю желанием рассказывать харикатху при помощи силы, которая наделяет меня моя Гуру Варга. Итак, однажды Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж строго сказал Прабхупаде: «О мой господин, никто не хочет, никто не будет слушать тебя. Ты лучше повторяй харинам, незачем проповедовать». Вы знаете, почему он так сказал?
Вы, конечно же, можете подумать, что он был против проповеди. Очевидно, исходя из этих слов, что он был против проповеди. Но это совершенно не так. Несмотря на то, что он был на стадии Парамахамсы, только он обучал преданных, ругал их, то есть ругал и тем самым обучал. Парамахамса преданный находится на высшей ступени. Он ни в ком не видит недостатков и ошибок. И он просто повторяет харинам, и в окружающих видит чистых преданных, и думает, что все совершают баджан, кроме меня. Но несмотря на то, что Гуру Кишордас Бабджи Махарадж находился на таком уровне. И Прабхупада точно на таком же уровне находится. Тем не менее, он принял саньяса вешу. В этом киртане утверждается, что он высший среди парамахамс. А многие не понимают этого. Они думают, если он парамахамса, почему Прабхупад так говорит? Почему он говорит так строго? Почему он ругает, осуждает кого-то? Но он не просто парамахамса. Он высший среди парамахамс. Среди всех парамахамс он занимает лидирующее положение. Высшее положение. Он даже может обучать других парамахамс. Настолько он могущественен. Он сама Наяна Мани Манджари, личная спутница Радхарани, ее личная служанка. Он та, о которой которую Радхарани воспринимает как зрачки, как свои, как глаза, зрачки. Без этой Манджари она слепа. Ты мои глаза. Без тебя я не вижу. Без тебя я беспомощна, говорит Радхарани, Наяна Мани Манджари. Так вот, если, исходя из этих слов, вы сделаете вывод, что Гуру Кишордас Бабджи Махарадж хотел остановить проповедь Прабхупады, это большое заблуждение. Потому что он произнес эти слова из-за глубочайшей боли. Ведь если всю жизнь я рассказываю Харикатху, если я всю жизнь буду рассказывать Харикатху, и буду следовать всему, всем идеалам преданного служения, но при этом ни одного преданного, настоящего преданного не встречу, который готов воспринять то, что я хочу дать. Это плачевно. Это очень больно. Конечно же, Гуру Кишордас Бабджи Махарадж не хотел остановить проповедь Прабхупады. Он сказал это от разрывающей сердце боли. В действительности он хотел установить бхакти в сердце каждого, кто приходил к нему. Но проблема была в том, что это были лицемеры. Те, кто окружали его, стремились доказать, что я лучший из слуг этого парамахамса. Ну, конечно же, это было не так. Прабхупад говорил, что Парамахамса Шрештха, Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж не прогонял этих так называемых учеников.
Но он оставил их в сердце. То есть он говорил это, Прабхупад говорил это этим так называемым ученикам, что внешне он вас не прогонял. Тем не менее, он выгнал, то есть он не принял вас в сердце. Прабхупад говорил, что Гурукшас Бабджи Махараджа окружали лицемеры, те, кто не следовали правилам, предписаниям. Тем не менее, они стремились доказать, что они лучшие среди последователей Шрила Гурукшас Бабджи Махараджа. Но на самом деле все они находились под влиянием камы, кротхи, лобхи. По ночам они ходили к женщинам. И Гурукшардас Бабджи Махарадж все это знал, но он не прогонял их с внешней точки зрения. Но, как объяснил Прабхупад, в сердце он никогда не принимал их. Запомните, что... Запомните, что я сейчас скажу. Глупцы, то есть люди в основном об этом не знают. Они не понимают, что если мой Гуру Падма меня не принял всем сердцем, если он не принял мое незначительное, не принимает мое незначительное служение, я не смогу совершать служение, я не смогу рассказывать Харикатху. У меня только будут возрастать материальные желания. Это, то есть материальное желание — это признак, на самом деле, того, что мой Гуру Махарадж меня не принял. Если слуга какой-то из преданных жил постоянно со своим духовным учителем, близко служил ему, а потом через какое-то время мы наблюдаем, что он оставил, полностью оставил путь преданного служения. И люди со стороны смотрят и говорят, ведь он столько служения совершал, а посмотрите, каковы результаты. Но если вы укажете на дерево и скажете, это манговое дерево, а я скажу, с чего вы взяли? Ведь дерево судят по его плодам. До тех пор, пока оно не даст свои плоды, я не могу утверждать, что это дерево манго. Так вот, как можно называть кого-то, кто уклонился с пути преданного служения, лучшим из слуг Парамахамса, то есть лучшим из слуг чистого преданного. Да если бы его духовный учитель по-настоящему принял его, как бы не произошло бы такого. Гуру Падма подшучивал надо мной. Порой он шутил. То есть он подшучивал в наших разговорах. Сейчас я понимаю, почему он делал это. Он говорил на хинди, говорил это. Это означает, что сын, то и отец. То есть какой хозяин, такая лошадь. Каков сын, такой и отец. Если сын хороший, то и отец будет таковым. Точно так же, если вы подлинный ученик, то все в вас будет доказывать, что вы таковым являетесь, что вы ученик своего чистого, своего садгуру. И не надо никому говорить об этом, не надо никому нигде публиковать, что вот меня любил Прабхупад. Прабхупад любил всех. Мы знаем, что мой Гуру Махарадж любил даже телят, то есть любил обезьян. То есть такова природа Парамахамсы. Он обладает любовью ко всем и каждому живому существу. Такова их природа. Но на что нужно обращать внимание? На то, сколько у нас любви к этому Парамахамсе.
насколько он много любви у нас к нашему духовному учителю. Сколько у нас любви, сколько предания к нему. Но об этом мы не говорим. Мы всем рассказываем о том, как нас сильно любил наш духовный учитель. Он назначил меня ачарьей. Это же глупость. Он тем самым вас, может быть, хотел обмануть. Не хотел никаких ачарьев. Вы хотели стать ачарьей, поэтому он вас и назначил ачарьей. Это обман. Вы хотели занять пост ачарья, поэтому-то он вас и обманул таким образом. И идите, будьте ачарьей. В киртане о Прабхупаде есть эти строки. Если бы Парампаджипад Шридхар Госвами Махарадж был сейчас здесь, я бы разбил свой лоб в поклонах ему. Шридхар Госвами Махарадж написал этот киртан. Я поражен, насколько это возможно, с такой точностью передать природу Прабхупады в этой ставе, в этом киртане. Если бы Прабхупад сейчас стоял передо мной, и в то же время, если я читаю этот киртан, эту ставу, то есть это точно так же передает Прабхупаду, как если бы мы видели его воочию. Става, который написал Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, не отлично от самого Прабхупады. Это одно и то же. Возможно, вы не верите мне, но я сижу на Вьясасане, поэтому я не могу лгать. Они абсолютно не отличны друг от друга. Единственная разница заключается в том, что става показывает Вани Сварупу Прабхупады. То есть вы видите, а я в действительности не вижу этой разницы. То есть в ставе заключена Вани Сварупа, то есть в форме, в поучительной форме, в форме Апраквита Шабда Браман. Сам Прабхупад не зашел в этот мир в форме Апраквита Шабда Брамана. Он состоял из Харикатхи. Там сказано, поразительно, как поразительно. Прабхупад пришел. Апракрита Шабда Брама Харикатха не зашла в этот мир в форме Прабхупады. Когда приходит Харикиртан и Харикатха, то есть Харикатха пришла в форме Шрилы Прабхупады. Но мы, глупцы, не понимаем, кто есть он. Харикиртан принял форму Бхакти Сиддханты Сарасвати. И Гаура Вани приняли форму Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Но я не смог этого осознать. Я был занят приобретением славы, денег, почестей. Я делал это при помощи силы, которую наделял меня Прабхупад. У меня есть около 72 классов
где-то 72 харикатхи я дал о Шриле Прабхупаде. И каждая харикатха длится 2 часа. Послушайте, и тогда вы сможете понять, кто такой Прабхупад. Но 2 часов всегда было недостаточно, потому что Прабхупад — это океан. Океан Сиддханта Вичара, океан идеала. Для того, чтобы понять природу Парамахамсы, необходимо служить. Для того, чтобы понять его жизнь, нужно понять его природу. Нужно понять желание его сердца. Но если я хочу ему служить, но при этом не понимаю его сокровенное желание, как я смогу служить? Если я хочу служить, прежде всего я должен четко понять, что он любит, а что нет. Что я должен делать, как я должен служить, чтобы Прабхупад одобрил это? Но если я буду служить так, как мне захочется, как мне вздумается, о, сделаю вот это для Прабхупады. Но вы же не знаете, одобрит это Прабхупад или нет. Если я хочу служить моему Гуру Пада Падме, прежде всего я должен узнать о желаниях Гуру Пада Падме. Что он хочет? Что он хочет, чтобы я сделал? Я же инструмент. И что он хочет сделать при помощи меня? Я всего-навсего инструмент. То же самое говорит и Чайтанья Махапрабху, когда Санатан Госвами решил покончить жизнь самоубийством, бросившись под колеса колесницы Джаганнатха. Он принял такое решение, потому что был болен, все его тело было покрыто нарывами. А Махапрабху ежедневно обнимал его. Санатана просил: «Пожалуйста, не прикасайся ко мне». Но Махапрабху продолжал. Он говорил при этом: «Я обнимаю тебя, я прикасаюсь к тебе для того, чтобы очиститься». Санатане невыносимо было это, поэтому он и принял подобное решение. Но Гауранга Махапрабху, как сверхдуша, находящаяся в сердце каждого, знал об этом и начал ругать Санатана. Если бы ты мне сказал, что я доказал, что если я, оставив тело, обрету Кришна-бхакти, я бы делал это несметное количество раз. Жизнь за жизнью я бы покончила жизнь самоубийством. Так зачем тебе совершать это самоубийство? Зачем ты этого хочешь? Разве это тело принадлежит тебе? Если ты предался мне, твое тело принадлежит мне. Так как ты можешь сам принять подобное решение? У тебя нет права, потому что твое тело принадлежит мне. И я могу делать с ним все, что захочу. И при помощи этого твоего тела я хочу осуществить так много всего. Точно так же Прабхупад. Он вовлекал своих учеников, своих настоящих, подлинных учеников в проповедь Гауравани. Так вот, если по-настоящему, от всего сердца, мой Гуру Пад Падма принял меня,
мое поведение, вся моя деятельность будут соответствовать идеалам моего духовного учителя. Если вы видите какое-то несоответствие в поведении ученика с идеалами его духовного учителя, это говорит о том, что как говорил Прабхупад, малейшее отступление от следования наставлениям духовного учителя может полностью выбросить нас с пути Харибаджана. Не будьте самонадеянными. Глупо думать, что при помощи своих собственных сил мы сможем совершать Харибаджан. Природа Вайшнава такова, что если он видит в сердце ученика лицемерие, видит посторонние желания, он обманывает его. Такова природа Парамахамса Гуру Вайшнавов. Они начинают восхвалять вас: «О, вы великий, рассказываете такую замечательную харикатху, о, пишите такие замечательные вещи, всем нравится то, что вы делаете». Да это обман. Это не бхакти. Поэтому многие люди были обмануты Прабхупадой. Они приходили к его лотосным стопам, приходили к нему. Но Прабхупад лишал их себя. Если бы я пришел к Вамшидас Бабаджи Махараджу или Гаур Кишардас Бабаджи Махараджу и пришел с какими-то корыстными целями, с материальными желаниями, он бы стал задавать подобные вопросы: а как там в Навадвипе, что там? Так было много историй. Сколько стоит сейчас земля в Навадвипе? А рис сколько стоит? Я слышал, что рис очень подорожал. То есть это не что иное, как обман. Итак, если вы приходите к преданному с лицемерием, с посторонними желаниями, материальными желаниями, вы будете обмануты. Многие преданные люди принимали прибежище у лотосных стоп Прабхупады. Но сколько из них получили подлинную милость? Это большой вопрос. Огромный список тех, кто получили посвящение у Прабхупады. Грихасхи, ванапрасхи, саньяси. Но в действительности, многие из них не могли даже увидеть Прабхупаду. Что же говорить о том, чтобы принять у него прибежище, чтобы получить от него дикшу? Они не могут даже видеть Прабхупаду. Я не лгу. Я просто цитирую Прабхупаду. Те, кто размышляет так: мне нужен гуру, приму самого знаменитого. Как когда вам нужно пересечь реку, вы прибегаете к помощи лодки и лодочника. Если, говорил Прабхупад, люди приходят ко мне, принимают прибежище, принимают дикшу, а потом уходят, покидают меня. Так вот, те, кто пришли с лицемерием, то есть полны лицемерия, кто пришел с корыстными желаниями, никакой связи с Гаудия Мадхами не имели.
не получили никакой связи. Они не понимали, что такое Гаудия Матха. И Гаудия Матх не имеет с ними никаких отношений, никакой связи. И, конечно же, это указывает на то, что их дикша неполноценна, несовершенна. Сейчас получить дикшу ужасно просто, как в публичном доме. Как однажды к моему духовному учителю пришли преданные и спросили, можно я поеду проповедовать за границу? А он сказал, какая проповедь? Сначала себе проповедую, сначала совершай баджан. Что ты вообще подразумеваешь под проповедью? Давай, ты расскажи сейчас харикатху нам всем о том, что такое проповедь, раз ты собирался ехать за границу на проповедь. Так вот, тот, кто пришел в Гаудия Матх с лицемерными желаниями, не имеет с ним никакой связи. Их дикша не настоящая. Дикша — подделка. До тех пор, пока вы полностью не предадитесь лотосным стопам Гурупада Падмы, вы не сможете получить дикшу. На 50% предались, на 50% свершится ваша дикша. Все в соответствии с вашим преданием гуру. Те, кто не получили подлинной дикши, не имеют права совершать бхагавата-сева. Они не могут занимать положение вьясасаны и даже не могут готовить для божеств. Вы можете меня прогнать за то, что я говорю. Ну да, я говорю это. Я говорю правду. Я могу вам показать, что именно это говорится в Харибхакти-виласе, в Сандарбхах Джива Госвами. Я знаю, что никому не нравится это слушать. Никто не хочет следовать тем идеалам, которые проповедует Прабхупад. На самом деле я нахожусь в читании Матхи. И вы не можете опровергнуть это утверждение. Я живу в читании Матхи. А те, кто сейчас находится в читании Матхи, пусть они докажут, что они действительно там. Пусть они докажут. И пусть они докажут, что я не там. Но вы не можете видеть своими материальными глазами, потому что они замечают лишь мочу испражнения мужчин, женщин. Это грязный даршан, грязное видение. Я не имею права вовлекать своего духовного учителя, своего гуру Пада Падму в служение себе, потому что гуру Пад Падма — это не слуга. Он не мой слуга, который мне преподнесет все желаемое, преподнесет пратиштху, деньги и так далее. Но мы сейчас именно этим и занимаемся. Мы используем его, чтобы прославиться, разбогатеть. Так какое право мы имеем заявлять, что мы последователи Прабхупады? Для того, чтобы утверждать подобное, наше поведение это должно подтверждать. Однажды Махапрабху пришел предложить поклоны Адикешаве. Он рыдал от премы. И тот, с кем он разговаривал, спросил,
мне кажется, вы как-то связаны с Мадхавендрапури. То есть в разговоре он не представился, я ученик Мадхавендра Пурипада, Ишвара Пурипада. То есть один встретились, Махапрабху встретился с Саунулия Брахманом, и никто из них не представился как ученик своего гуру. Точно так же, как Санатана Госвами не заявлял, что вот я ученик. Но сейчас повсюду в нашем обществе господствуют измы, такие как капитализм, коммунизм, гуруизм. Вот мы такую политику разводим. Это мой гуру, это твой гуру, твоего гуру мы выгоним. Но это огромное оскорбление, которое заставит нас до бесконечности рождаться как свинья и наслаждаться испражнениями. Мы прогоняем вайшнавов с храма лишь потому, что они неудобны нам. За такие оскорбления жизнь за жизнью придется рождаться в теле свиньи. Вы не представляете результатов вайшнава апаратхи. Вы не представляете, что будет за оскорбление вайшнава. Так вот, не нужно нам такой рекламы. Я ученик Шрилы Пури Госвами Махараджа. Зачем кричать об этом? Мое поведение, мои стандарты сами собой показывают, заставят людей заинтересоваться тем, чей я ученик. Не нужно кричать об этом для того, чтобы завоевать славу, привлечь к себе внимание. Итак, к Прабхупаде приходили многие. Тем не менее, мало кто из них был способен увидеть его по-настоящему. Что уж говорить о том, чтобы получить от него дикшу. За 6-8 месяцев до ухода Прабхупады преданный получил Харинаму от Прабхупады, а теперь этот последователь заявляет, что он вечный спутник Прабхупады. И, то есть позиционирует себя таким образом и открывает храмы, заводит последователей. То есть он не получил даже дикшу Прабхупады, соответственно, и объявляет себя вечным спутником Прабхупады. Но кто такой Паршат? Кто такой вечный спутник? Я сейчас не говорю, что если кто-то получил харинаму, он не может быть представителем нашей гуру варги. Конечно, он может, но суть в том, что обо всем расскажет наше поведение. Обо всем расскажет поведение. Паршат, спутник, вечный спутник, это тот, кто исполняет, тот, кто следует Сиддханта Вичару Прабхупады, следует наставлениям Прабхупады в точности.
А те, кто оставили Прабхупаду, разве они могут называться таковыми? Прабхупад говорил о таких учениках. Они публично заявляли, что они лучшие среди моих учеников, что они самые преданные. Но теперь, спустя время, где они? Я слышал, как они говорили в Харикатхе, как они пели Кальяна Калпатару, Манах Шикшу, много киртанов. А затем что произошло? Они покинули меня? Почему? А Парам Пуджапад Кешава Госвами Махарадж рассказывал, однажды преданный, который был лучшим среди тех, кто писали, под руководством Прабхупады, лучший среди редакторов, лучший, по милости Прабхупады, он был таковым. Но наступил день, когда он оставил Прабхупаду и уехал в Даку, назад в Даку, откуда он был родом. Вернулся к своему прошлому ашраму, к семейной жизни. Но, тем не менее, говорит Кешав Махарадж, мы никогда не видели, чтобы Прабхупад переживал по этому поводу. Мы никогда не видели, чтобы он плакал по нему. Никогда не говорил, о, он был таким хорошим редактором, куда он ушел, почему он ушел. Нет, никогда. Так вот, когда подобные личности оставляли Прабхупада, Прабхупад даже не вспоминал о них. Он воспринимал это как то, что как что-то само собой разумеющееся. Но вот, к примеру, один абсолютно неграмотный человек, он ни читать, ни писать не мог. Его звали Панчанан. Очень простой человек, простой преданный. Мыл полы в храме, мыл котлы. Крайне простой преданный. Прабхупад по 10 раз на дню спрашивал про него. О, где он, Панчанан, где он, где он? Что-то его не видно? Куда он делся? По 10 раз на дню. Он интересовался, что он сейчас делает, где он. Потому что Прабхупад осознавал, насколько глубокими отношениями обладает этот преданный со мной. Насколько он предан мне. Гуру понимает, Прабхупад все видел, осознавал. Некоторые обо мне думали, говорили моему гуру, Гурупада Падме, Шьямал Кришна, он сумасшедший. Он хороший, но он не в себе. А мой Гурупада Падме смеялся, когда ему говорили подобное. Я не переживал. Пусть докажут, я думал. Пусть попробуют лишить меня милости Гурупада Падме. Итак, разводя политику, мы не сможем снискать милости гуру. Потому что гуру, Падападма, невозможно обмануть. Так вот, Прабхупад по 10 раз на дню спрашивал про этого преданного. Ему говорили, о, сейчас он ушел в поля за хворостом. Но в то же время Прабхупад ни разу не спросил об этом выдающемся редакторе, который был, казалось бы, близок к нему. И нисколько не переживал о нем. Ушел и ушел. Мы служим
Мы служим Садхгуру. Мы хотим служить Садхгуру. Это невероятная удача, это наша удача, огромная удача, что мы хотим служить Гуру Падападму. Потому что благодаря такому, благодаря служению, я смогу обрести все. Я смогу достичь зрелости в моем баджане. Не только зрелости. Я достигну цели своей жизни, цели баджана, благодаря Садхгуру Севе. Но мы, как мы думаем, я служу Гуру Падападме, соответственно, он должен быть мне благодарен. То есть наше служение таково, что мы оказываем, делаем одолжение Гуру Падападме, он должен быть мне благодарен. Такова наша природа, грязная природа. Я же образованный, я такой хороший, хорошо говорю на английском, а вот мой духовный учитель не может. Так что он мне должен быть признателен за то, что я вообще присоединился к его миссии, распространяя его славу. Так, это большая глупость. Это мышление осла. Ослиное мышление. Итак, к сожалению, в нынешнее время все практически разрушено. Разрушена почва Харибаджана. И гуру и вайшнавы не хотят все это видеть. Они хотят, день за днем они уходят. Они лишь ждут момента, когда они покинут этот мир. Они не ждут ни почтения от нас, ни гирлянд, ни похвалы. Они лишь, глядя на то, что сейчас происходит, хотят покинуть этот мир. Они видят, что никто искренне не хочет слушать Харикатху, никто не хочет пожертвовать своей жизнью. В то время как в материальном мире, посмотрите, среди материалистов мы видим, как патриоты готовы отдать жизнь за Родину. Но я не готов на это. Я не готов отдать свою жизнь за величайшего спутника Гауранги и Шримати Радхарани. Но патриот с материалистичным умонастроением готов отдать жизнь за Родину Мать, защитить ее своей грудью. Но Гуру Падма принес нам бесконечное благо. Он дает нам Он приносит нам спасение. Мы Гуру Падма, Шрила Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхактиракша Шридхара Госвами Махарадж, они мои духовные учителя, они мои гуру, Кешава Госвами Махарадж. Они хотят избавить меня от страданий, имеется в виду, что они хотят дать мне высшую цель, дать мне высшее благо. Но я такой негодяй, что я хочу обмануть их. Я занят. Я занят беготнёй за славой, за почетом, какими-то соревнованиями. Вот у меня столько учеников-последователей, а вот у него столько, я его перепрыгну. Но чистый преданный никогда подобным не занимается. Никакие соревнования подобные чистый преданный не устраивает. Чистый преданный в точности следует наставлениям Рупа Госвами, Санатана Госвами. Когда было открыто 50 храмов, 50 матхов,
Шарабендра Рай разговаривал с Прабхупадой и сказал: «Вы так быстро открыли 50 храмов». Но Прабхупад ответил: «О чем вы говорите? Я хотел открыть Гаудия Матх в сердце каждого живого существа. А вы удивляетесь 50 матхам». Я хочу взамен этих 50 открытых храмов 50 мобильных гаудиаматхов, 50 подвижных гаудиаматхов. То есть, если бы не было вот этих, было бы гораздо полезнее иметь 50 подвижных гаудиаматхов. То есть, имеется в виду преданных, которые куда бы ни пошли, могли проповедовать о славе гаудиаматха. Но где найти в настоящий момент представителей гаудиаматха? Где найти такие передвижные гаудиаматхи? Мы хотим представлять Гаудиамат, но не Майя Деви, которая включает в себя славу, почести, деньги. Деньги — это проклятие. Это то, что может разрушить вашу жизнь, всю жизнь. Этот бег за деньгами. Я сам видел, что в Нимбарка Сампрадая, во Вриндаване, к примеру, то есть очень много пожертвований получает это Сампрадая, но они тут же инвестируют, то есть какое-то служение задействуют. Они не накапливают это. Но сейчас у нас, вот мы это повсеместно видим, что подобное происходит. Люди говорят: деньги — это время. Но Прабхупад говорит: нет, время — это парамартха. Чистые преданные плачут за каждую потерянную секунду. То есть ушла секунда без Харибаджана, ее же не вернуть. Год ушел навсегда. Вы уже никогда не сможете вернуть его. Он ушел раз и навсегда. И вы потеряли его. И вы все ближе приближаетесь к своему последнему дню, к смерти. Итак, время — это парамартха. А глупцы думают, что это деньги. Нет, говорит Прабхупад. Я слышал от людей, что деньги — это второй бог. Я подумал: хорошо, что не говорят, деньги — это первый бог. So,
Итак, чистый преданный Парамахамса Гуру обманет меня, если увидит, что я пришел к нему с корыстными намерениями. В этих строках говорится об этом. Если обусловленная душа не получает лабху, пуджу, пратиштху, почет, положение от своего духовного учителя, оно не хочет совершать служение. У него нет энтузиазма к этому. А если получают, то очень много энтузиазма. Они радуются: «О, Гуру Падпад меня вдохновил». Мы не понимаем, что тем самым это нас спускает на низы ада. Несмотря на то, что вы слушаете о Гуру Татве год за годом, я думаю, что вы так ни разу и не услышали ее. Жизнь за жизнью слушайте. Но когда вы осознаете, что такое Гуру Татва, поймете, вот Гуру, Гуру может все. Гуру Падпадма может находиться за тысячи километров от меня. Тем не менее, осознавать, понимать мое сердце, знать, что в моем сердце, понимать мое настроение. Итак, нужно понять, что Прабхупад является вечным ачарьей. Он не был временным ачарьей. Он вечен. Как мы знаем, садхана-сиддха может, благодаря своей практике, стать ачарьей. Но Прабхупад является вечным ачарьей. Он был таковым, есть и будет. Порой его слова вводят нас в замешательство. Мы не понимаем, почему он сказал это. Но такова природа Прабхупады, Парамахамса Ачарьев и природа Браджаваси. Браджаваси, которые действуют как ачарья, Браджаваси склонны к хитрости, к... То есть очень тонкая техника, как занять в служении Кришне. Прабхупад говорил, если я
выражу почтение вот этому человеку, и благодаря этому у меня появятся какие-то особые возможности, то есть появятся какие-то возможности большего служения Кришне. То есть имеется в виду, это возможно, там даст какие-то финансовые возможности, откроет проповедь в каких-то местах. Я готов на это, пойти на это, потому что это расширит мои возможности в служении Кришне. И чем больше будут... То есть, если я благодаря этому получу возможность служения Кришне, почему бы мне этого не сделать? Но тот же самый Прабхупад говорит, что нельзя никого восхвалять, нельзя никого прославлять. То есть, по сути, казалось бы, он противоречит сам себе. Сложно это привести в гармонию. Сложно понять поведение Парамахамсы, почему он ведет себя так или иначе. Если мы будем пытаться, это приведет нас в ад. Не критикуйте людей, потому что это послужит, то есть сделает вас еще больше обусловленным. Ведь когда вы критикуете, вы концентрируетесь на его негативных качествах. Концентрируйтесь на этой личности, на том, кого вы критикуете. И это заставляет вас не совершать баджан в это время. То есть направить свой взгляд на что-то негативное. А вдруг в этот момент вы оставите тело, и тогда попадете в ад, точно. Поэтому лучше так не рисковать и этим не заниматься. Но Прабхупад каким-то высокопоставленным личностям порой льстил. То есть он... То есть это были занимающие большие посты в обществе, но в то же время абсолютно материальные люди. Имеется в виду, в соответствии с материальными, да даже не совсем так, в соответствии с материальными стандартами. Он, может быть, хороший, нравственный человек, но в отношении... Но в отношении духовности это не так. Допустим, я захочу прославить какого-то политического деятеля. Возможно, он честный, возможно, он самоотверженно служит стране. Тем не менее, все это мирские качества. И не имеют они никакой ценности для нас, как преданных. Будь он честным, будь он пунктуальным, будь он глубоко нравственным человеком, все это не имеет никакой ценности в отношении баджана, в отношении преданного служения. Так вот, если я буду прославлять... Вот меня приглашали на встречу, когда приезжал Нарендра Моди поблизости, меня приглашали на встречу с Нарендра Моди. Но в Калькутту он приезжал 6-7 лет назад, у меня есть пригласительные письма. Но я не ездил, я не видел в этом необходимости. Зачем туда ехать? Там для меня не было никакого служения. Это ж не баджан. Зачем бессмысленно тратить время? Я сказал, я падший, у меня нет соответствующих качеств, он такой великий человек, приезжает, зачем мне туда ехать?
Итак, если я буду прославлять обусловленную душу, будь он политическим лидером, борцом за свободу, кем бы то ни было еще, я тем самым буду сосредотачиваться на его мирской природе. И именно в это время я не буду совершать баджан. И это может послужить моему падению, стать причиной моего падения. Прабхупад приглашал выдающихся людей того времени в материальном обществе, приглашал на программы, на мероприятия, устроенные Гаудия Матхам. Почему он делал это? Не для того, чтобы дать им слово, а для того, чтобы они могли послушать о учении Гуранги Махапрабху, потому что когда они, если бы они привлеклись учением читания Махапрабху, они могли бы кому-то рассказать об этом. И естественным образом привлечь обычных людей, привлечь массы к этому. Потому что естественным образом люди следуют каким-то выдающимся людям общества. Однажды, вот, например, один футболист приехал в Калькутту, и когда я был еще маленьким, и толпы, тысячи людей собрались, чтобы посмотреть на него. Но какой смысл смотреть на этого грязного футболиста? Лучше пойти посмотреть на лотосные стопы Дамешвара Махапрабху или совершить какое-то служение. Итак, казалось бы, противоречивые утверждения Прабхупады. Порой он говорит одно и в то же время противоречит этим же словам. Тем не менее, мы не должны судить его с мирской точки зрения. В пример к этому две истории. Однажды он сказал одному из преданных: отправляйся в магазин и купи самые дорогие ботинки, туфли. Стоили они на то время 32 рупии. В то время еще было британское правительство. Это была большая сумма. И после того, как приобретены были туфли, он приказал ему отнести туфли Шили Бону Госвами Махараджу. Бону Госвами Махарадж был поражен: я же саньяси, как я могу одеть на себя такую дорогую обувь? Бон Махарадж, Вайканас Махарадж, Госвами Махарадж, они путешествовали, они обувь не носили. Ходили босиком. А тут Прабхупад говорит Бон Госвами Махараджу: одеть эти дорогущие туфли. Бон Госвами Махарадж был смущен. Прабхупад сказал: пусть он ко мне придет в этих туфлях. Он все-таки сделал это. Он одел туфли и костюм. И, взглянув на него, Прабхупад сказал: вот теперь, то есть теперь ты по-настоящему показал юкта вайрагию. Ты проявил настоящую юкта вайрагию. Сейчас ты отрекся. Сегодня ты отрекся от своего отречения. Ради служения Радхарани, ради служения Гауранге. Это сделал тот же самый Прабхупад.
Однажды его сева купил за 85 копеек пайсы, туфли очень дешевые, самые дешевые. И Прабхупад спросил, за сколько купил, где купил. Он говорит, вот 85 копеек. Да ты наслажденец. То есть отругал его за то, что он купил самые дешевые ботинки. То есть наш материальный мозг не может примирить такие, казалось бы, противоречивые действия Прабхупады. Потому что в этом глубочайшее таинство. Прабхупад — высший, лучший, выдающийся среди пандитов в этом мире. Не среди ученых, а среди абсолютно всех. Но в то же время этот образованнейший вайшнав, Шрила Прабхупада, образованнейший ученый, в то время он был, принял прибежище у того, кто не умел, казалось бы, читать, кто был абсолютно не образован. И материалистам это невозможно понять. Необходимо сгармонизировать, сделать свое сердце единым с сердцем Прабхупады. И сейчас, сидя на Вьясасане, я обещаю, что когда это произойдет, когда вы сделаете единым свое сердце с сердцем Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Сидхартха Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, тогда вы, когда и с сердцем Шрилы Прабхупады, вы осознаете все. Поразительно, что Прабхупад который в точности следовал всем правилам, предписаниям, выражал почтение. Выражал почтение каким-то высокопоставленным, какой-то высокопоставленной личности. Прабхупад говорил, что я готов спуститься до любых низов ради служения Гауранге. Пусть меня критикуют, я готов на все ради служения Гауранге, ради распространения его учения. Говорить о Прабхупаде, я стесняюсь говорить о нем, потому что это невероятно высокая философия. Я стесняюсь вообще говорить о нем, прикасаться к его идеалу. На сегодня я хочу остановиться. Но единственное, что я хочу еще сказать, сегодня особый титхи. Я не говорю день, я говорю титхи. Особое расположение звезд, титхи, когда Прабхупад оставил этот материальный мир. В 1896, как в соответствии с бенгальским календарем, а в соответствии с английским, 1937 по бенгальскому календарю. Это произошло 31 декабря, последний день года, когда Прабхупад принял решение покинуть этот мир. Никто уже не мог его остановить от этого. Он явил лилу болезни,
И мой гуру Падма в то время его звали Пранавананда Прабху, и близкий слуга Шрила Прабхупады Парамананда Прабху. Один Пранавананда, другой Парамананда. И они, сменяясь, служили Шриле Прабхупаде. Они давали ему лекарства, воду. 12 часов дежурил Гурупад Падма и 12 часов Парамананда Прабху. Бхактивинод Пури, Госвами Махарадж, мой духовный учитель, служил ночью. С 5 до 5 или с 6 до 6. Один ночью, другой днем служили. Гуру Падма был, ему было тяжело на сердце в то время. И в один момент он четко осознал, что сейчас, совсем скоро, Прабхупад оставит этот мир, он покинет нас. И с тяжестью на сердце, когда уже пришло время сменяться, 12 часов дежурства моего Гуру Падма прошло, и он медленно стал выходить из комнаты, размышляя, что... Что сейчас произойдет? Что произойдет, когда уйдет Прабхупад? Между тем, Парамананда закричал: Пранавананда, иди сюда, скорей, скорей. Прабхупад ушел. Ушел. Было чуть позже 4:30 Нишанта Лила. Преданные, узнав, начали рыдать. Так, будто бы как будто бы разрушился рай. И чудо произошло. Все часы, находящиеся в Мадхе, остановились в тот момент. Возможно, было 4:35, я в точности не помню. Сказано лишь утром, Нишанта Лилу. Часы остановились именно в этот момент. Во всем храме. Где были часы, все часы, находящиеся в храме, остановились. Многое хотелось бы сказать, тем не менее, время не позволяет. Прабхупад сказал: мы неудачники. Даже обретя такую возможность, мы не пользуемся ей. Сгорела наша удача, или горит наша удача. Поэтому мы не можем воспользоваться этой редчайшей возможностью, которая выпала нам. Итак, он принял решение покинуть нас, потому что мы лицемеры, лицемеры. И он ушел назад в свою нитья севу, в свое вечное служение. Когда-нибудь мы поговорим о этой важной теме. На сегодня время вышло. Данный папа,